Всем привет! Blender 2.90. Хотелось заанимировать именно вот этого мустанга Элеонор 67 года выпуска. Хотел вставить кости, сделать полностью риг по прошлым роликам. Но оказывается, есть аддон. Именно вот аддон для анимации вот этих вот машин риг. Риг-кар называется. Вы его можете в интернете скачать. Он бесплатный. И давайте посмотрим, как он работает. Вообще так, для интереса. Так, эксперимент. Отключаем все это дело. Есть у нас машина единица на NumPad. Все это дело надо выбрать. Установить ровно. Так, чтобы кости потом мозг не парили. Так, и вот сюда ее подтянуть, чтобы посередине как-то была. И Object Set Origin 3D курсор. Привязываемся к курсору. Теперь что нужно сделать? Это арматура и найти вот этот Rig Car. Вот такая штука. Единица на NumPad, тройка на NumPad. Это NumPad под правой рукой. Так, камеру пока не надо. Включаем Warframe, и вот они, наши косточки. Давайте теперь их поднастроим. Единица на NumPad. Можно вот так вот перевернуть кверх ногами. Вы видите, что кости вот эти, они должны быть именно на колесах стоять. Открываем Add Car Deformation вот этот, и разводим вот эти кости в стороны. И теперь вперед их подтягиваем. Вот так вот. Смотрим, чтобы они установились именно ровно на центр колеса. Вот сюда. Так, еще немножко это дело подтянем. И вот этим ползунком по Z нужно это все дело установить ровно. Если вот центр вот этот будет не пойман, вот, на колесе, то потом машина будет плохо ехать. Колеса будут прыгать, перекручиваться, словом, будет казус. Так, что тут еще? Тройка на NumPad. Давайте настроим теперь задние вот эти вот кости. Это вот уже Bug Wheels. Тоже растягиваем их. Теперь смотрим, тройка на NumPad. Нужно их теперь отвести назад чуть-чуть. И вот этой функцией по Z к центру приставить точно. Так, чуть-чуть вперед. Как-то так, наверное. Так, и, наверное, еще немножко. Подать вперед их вот сюда. Так, а здесь у нас получается. Вот так. Где-то вот здесь будет центр. Так, что нам теперь нужно сделать? А нужно нам отключить пока корпус машины и вот эту косточку, вот эту, центральную, опустить. Так, Ctrl-Z, тоже в режиме Edit Mode. Давайте ее опустим вниз. Object Mode. Для чего? Чтобы потом можно было все это дело хоть как-то зацепить и выделить. Так, включаем корпус теперь. Выбираем корпус через Shift эту косточку центральную вот эту. И заходим в Pose Mode. Выбираем эту кость опять же. Ctrl-P. И это будет у нас Bone. Теперь заходим в Object Mode. Выбираем колесо.
через Shift жмем опять на эту кость. В Pose Mode выбираем вот эту косточку теперь. Так, чтобы вам виднее было, вот она кость. Мы ее выбираем и жмем Ctrl-P. Бом. Так, есть такое дело. И то же самое проделываем вот с этими колесами. Вот это колесо теперь через Shift вот эту косточку. Pose Mode. Находим вот эту косточку. Жмем Ctrl-P. Бом. Разворачиваемся. Опять же в Object Mode. Выбираем колесо, косточку. Pose Mode. Выбираем кость вот эту вот. Опять же, к которому будет привязано колесо. И жмем Ctrl-P. Бом. Так, что еще тут? Вот это колесо осталось. Вот это колесо через Object Mode. Выбираем его. Через Shift кость. Pose Mode. Кость. Ctrl-P. Бом. Все привязано. Теперь нужно в Object Mode зайти. Даже снять выделение со всего. Pose Mode. Заходим. Выбираем косточки. Вот эти полностью. Rig. И нажимаем N английскую и Recar и генерация. Вот все у нас сгенерировано. Давайте теперь проверим единица на NumPad, тройка на NumPad, как все это дело будет работать. Выбираем Move и вот вы видите, что машина и колеса привязаны вот к этой кости. Вот тут это. Смотрим, что тут с поворотом колес у нас. Вы видите, что колеса крутятся, слежение есть. Давайте теперь поднастроим их. Так. Выбираем английскую А. Выбираем полностью RIG. Тройка на NumPad. И первый кадр пишем именно в этом, в этой позиции. А и локация. Следом переходим, ну давайте на сотый кадр. Сотый кадр. И вот эту машину с помощью мов, ну вот сюда куда-нибудь оттащим. Пишем А и локация. Ставим в Add 100 кадров. Следом возвращаемся на первый кадр. И нужно теперь сгенерировать полностью вот эту всю штуку. Настроить вот этими настройками Backcar Setting. Это вот будет именно корпус машины. Вот у него тут стоит Start Frame первый кадр и конечный сотый. Keyframe это расстояние между кадрами. Больше, меньше. Чем больше будет, тем промежуток будет больше. Колеса будут крутиться. Ну, как с задержкой, что ли. Ок. Нажимаем. Все, мы на первом кадре не переключаемся. Теперь настраиваем колеса. Back Wheels Rotation. Тут все тоже оставляем как есть. И вот у нас анимация здесь появляется. Вот так вот крутятся колеса. Теперь можно отключить видимость костей и проверить, точно ли колеса крутятся. Вот колеса крутятся. Чтобы увидеть, правда ли они крутятся, давайте зайдем в Object Mode. Поставим на первый кадр все это дело. Выберем вот это колесо. Зайдем теперь в Edit Mode. Так, снимем выделение, если у кого выбраны полигоны. Выбираем полигоны. C английская. И вот здесь вот где-нибудь на покрышке выберем пару полигонов. Escape нажимаем, чтобы убрать кисточку вот этой C. Выделение. И добавим сюда материал. Новый еще. И добавим в материалах зеленый цвет. Так, теперь Escape применяем. Вот.
чтобы его было видно, заходим в Object Mode. Отключаем видимость костей. N-панель отключаем. Вот у нас метка. И смотрим, крутится она или нет. Все, вот метка крутится, колеса крутятся. Теперь делаем рендер. И все в порядке. Все, всем пока, до свидания. Вот такая вот информация.